Ребята, привет. Привет! Как вас зовут? Давайте по очереди. Никита, Богдан, Лев. Так, ребята, Лев, расскажите, как у вас прошел этот год? Нормально. Чем вы занимались? Ну, я планшет играю. Я в телефон. Расскажите, вы ходите в школу? Да. Что вы будете в школе делать? Я учиться. Я на переменах сидеть в телефоне. Да-да. Это самое интересное. Так, ладно, вы уже писали письмо Деду Морозу? Нет. Я да. Богдан, что ты написал в письме? Я летом. Телефон и коллаж золотой. Ребята, расскажите, что бы вы пожелали друг другу в следующем году, чтобы у вас появилось или что бы вы хотели? Я ему пестик. Пестик? Так. А ты ему что? Я ничего. Ничего. Вот такие вот друзья, да?